Тирасполе ненадолго появилось еще одно озеро. Эти кадры сделали на улице Правды. Прорвало старую трубу. Это случилось во время переключения абонентов к новому водопроводу. Водовод, на который произошла авария, эксплуатируется более 50 лет. Устранили аварию в течение 20 минут. Оперативно обнаружили, в принципе, порыв. А так как буквально недавно мы там проводили земляные работы, грунт был мягкий, мы спокойно произвели вскрытие и устранили утечку. Мы зацепили, по-моему, два дома во время аварии. Но учитывая то, что, опять же, новая магистраль рядом есть, отключения были незначительны. Сети сейчас промыли, функционируют в штатном режиме. Магистральный водопровод уже заменили на новый. Он дает воду в дома от центра города до спорткомплекса «Шериф».